Союз работодателей Самарской области обсудил итоги деятельности и выбрал нового президента. Им стал Николай Игнатьев. Он является главой одной из крупнейших частных групп компании региона. Но если вы оказали мне доверие, постараюсь оправдать. Постараюсь придать динамики тем направлениям, которые уже у нас заложены. Будем работать вместе. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что сейчас в области реализуются национальные проекты. Они в первую очередь ориентированы на опережающее развитие региона – экономическое и социальное. Дмитрий Азаров подчеркнул, что успех нацпроектов во многом зависит от поддержки промышленников и их отраслевых союзов. Также глава области обсудил с членами союза наиболее актуальные вопросы, в частности кадровые. Я удовлетворен совместной работой с союзом работодателей. Важно, что такая площадка есть, в том числе на которых мы действительно можем выявить очень острые для, в первую очередь, производственников вопросы. Союз работодателей Самарской области – крупнейшее объединение промышленников, предпринимателей и организаций области. В него входят 174 предприятия, на которых трудится более 250 тысяч сотрудников. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.